Вспомнил анекдот, конечно, хороший. Знаете, что самые такие мощные женщины – это еврейские мамы. Они все знают за с сыновьями, все указывают им. Вот мальчик Моня вырос, она говорит: «Моня, я тебя видела в душике, так уже 30, и это не только годы, Моня, это и сантиметры. Так что, Моня, пора жениться». «Мама, я не хочу! Слушай, мать!» Значит так, сначала ты женишься на украинке. «Зачем, мама? Слушай, мать! У украинцев такая кухня, там вареечки, там курица, там колбаска. Ты разъешься, станешь здоровым бройлерским мальчиком. И вот когда станешь здоровым бройлерским мальчиком, немедленно разводись и женись на нашей. У меня есть такая девочка, там такие родители, там такие связи. Ты высоко поднимешься, станешь уважаемый человек. И когда состаришься, немедленно разводись и женись на цыганке». «Зачем, мама?» «Как они хоронят, как они хоронят». А есть вариант. «Немедленно разводись и женись на литовке». «Зачем, мама? Они так хорошо ухаживают за могилками». Ой. Спасибо. Очень оптимистично. Уже подключаем.